Как вам и обещали, передача «Топ-авто» возвращается с новыми ведущими. Все будет вдвойне круче и намного интереснее. Может, вам наши ведущие кажутся нормальными, но не тут-то было. Команда «Топ-авто» не из ряда обычных, и это заметно по самой первой съемке. Как я могу туда и сюда смотреть? Петя, сделай так, чтобы тот попал тоже в кадр, а? Кто тот? Третий ведущий. О, какой прикольный! Стёповый! Как вам и обещали, передача «Топ-авто» возвращается. Почему вдвойне? Почему вдвойне? Hello. А, я должен на сразу. Начнем мы наш первый выпуск. Лен. Куда мне смотреть, только не знаю, в камеру или на Лену? На нее. На Лену. На меня. Во, это приятно. Да, они такие, а вот что с ними происходит в студии, это отдельная тема. Появился у нас в стране, наша страна с ее теплым и мягким климатом. Как? Мягким? Чтоб добавить жесткости. Утяжелять, не подожди. Стоит сказать о технических характеристиках. А, кузова как крыша отсутствует. Особенностях кабриолета. В отличие от своих базовых. Или так не надо делать, да? Не надо. Стоит рассказать о. Стоит сказать о технических характеристиках кабриолетов. В ответ не пробовал. Это происходит потому, что такая важный элемент. Стоит рассказать о технических. О чем технических? Особенностях? А ты не можешь подсказывать, Наташ? А что? Стоит рассказать о технических особенностях кабриолетов. Стоит. А может, у Лены получится? А, одно из особенностей кабриолета и... Кабриолетов. Это, как обычно, электростеклоподъемники, кожаный салон. Давай, Лена, соберись. Последний раз. Слышите? Зуб даю. Уверена? Более хорошая аудиосистема и климат-контроль. Сука, опять Андирт. Зуб. Вот появятся эти, которые вот эти, вот последние, и вот один отдам вам. А мы не договаривались, какой зуб. Одной из особенностей кабриолетов является их изначально более... то, что Пете я свой зуб не отдам. Зуб номер 3. Так, минус 3 зуба. Это, как правило, кожаный салон, электроклимоподъемники. Зуб номер 5. Аудиоаппаратура. Аудиосистема. Зуб номер 6. По отдельности понятно, что с ними происходит, а вот вместе, как они и сами обещали, в первой передаче вдвойне веселей. Композиция. Мы идем или стоим? Не, стоим. Ага. Так, руки в карман. Здравствуйте. Да, еще раз. В нашей школе вы можете... Подожди. А что я уже говорил сначала, я забыл. Следующий этап нашего приключения... А, да. Следующий этап нашего приключения... Сейчас, стой. Ну, как тебе автомобиль, Самир? В целом, мне понравилось. Посадим батарейку. И получим оба. Да ладно. Здравствуйте. Мы находимся в 20 километрах от Кишинева. Давайте еще раз досмотрите в камеру. Вы смотрите по сторонам. А я, может, такой. А? Типа я не забыла. Не забыл я. Но главная их задача — научить вас правильно управлять автомобилем. Вот так у нас получится. Сейчас увидишь. Мы просто неправильно стояли. Привет. Команда топ... Следующий этап нашего приключения. Это пони и лошадки. А, это пони и лошадки? Сиди сюда, маленькая, иди, лошадка. Пони. Кони.
кони мои, кони. Вспомни, как лошадь бодается. Или как тигр отпустил руку. Годзилла, Годзилла. Когда команда начинает слишком отходить от темы, самое время вмешаться продюсеру особыми методами. И сразу встаете, у вас это проблема. Вот чего? Давай покажи, ну, потому что они реакция с. У кого? Не за те секунды, которые надо. У вас в этом. Я Лена Потарак. Вставай и поехали к машине. Если вспоминаете, что надо вставать, не делать. Это всегда, кстати. Я Самир Алиев. И я Потарак Лена. А. Конечно, с удовольствием. Вперед. Я в шоке, не встали. А что мы сделали? Жора. Надя, давай мы снимем так. Я захожу, а Сивыр в это время сидит и рисует всякие гадости. Самир, все, давай. А на эту тему мы поговорим с моим соведущим, который также является основателем единственной. Фу ты, мерси. Сейчас, Наташа только вошла в свой раж, подожди. Мы любим Натю, правда? А любят настолько, что даже в стендапы включают. Натя, ты стань за камерой, да? Я буду видеть твои глаза, я буду тебе рассказывать. Сюда можно запихнуть диван, матрас, шкаф и продюсера. А иногда даже просят испытать на себе то, что сами ведущие делают в кадре. Может, хватит? Нет. 44. Продюсер удивил. Теперь наступила очередь ведущих. Удивите импровизацией. На этот раз организаторы предлагают. Предлагаю так, прокатиться на картингах, это первый этап. Второй этап – это лошадки и что? Картинга. Мне скучно, можно я вам скажу другую? Давай. Ну сейчас все равно раз 40 будет еще, подожди. Еще один дубль пешком. Самир? Самир? Это как, ну погоди, да, это? Все? Это поза не очень. Не очень, да? Ну давай так. Ин куда? А что за штучки там полосатые? В нашей школе вы можете научиться и этим элементам. Чем? Элементам. В нашей школе вы можете научиться и этим элементам высшего водительского мастерства. Но главная их задача... Что? Главные элементы водительского вождения. Что? Так подожди, что мне? А что мне сказать? Еще раз? Да нет, нормально. Все, сняли, пошли. А в перерывах наш дуэт удивляет нас изощренными звуками. Не-не-не. Я сказала классную трассу. Классную трассу. Нам обещали офигенно классную трассу. Что? 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 Он, ты, максимальный. Бля-б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 ля-
много сидел. Жила Петя Шоу. Ай, какой прикольный! Кроме того, мы обнаружили еще один талант. В этот раз только у Лены. Пение. Блять, спалили. А дальше что идет, я не знаю. Сад про Москву флорила у реки. Эй, девушка, тоньки дождь, мини-юбка, шпика, блюсь. Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Гоп-стоп. Та-ра-да-да-да, вот дела. Наша песенка спета. Оставляем вас с десертом. Сейчас. Петя, ну бля, ну как я могу нормально стоять, когда этот дебил сзади ржет, как конь? Петя! Такой классный оператор у нас аж наделал штаны. Смотрите, все штаны мокрые от счастья. Дайте я вам что-то покажу. Вы помните советские холодильники? Смотрите. Ну, хорошенький. Сейчас. А вот так выглядит. Петя, где второй ключ? Петя, где второй ключ? А вот так вот выглядит ключик от смарта. В два раза больше, чем сам автомобиль. Ты махайся, а я скажу пока. Угу. Хорошо? Сегодня мы попробуем разобраться, как правильно управлять. Подожди, я завис. А давай ты на пони. Я член Организации защиты животных. Я боюсь раздавить это пони. Нормально. Ладно, давай им докажешь. Да, нормально. Что докажем? Что, Нате надо устраивать новый кастинг? Угу.